китайская рука очень длинная. Где бы ты ни была, мы тебя убьем. И они вот так вот смотрят, говорят, ты на одну точку долго смотришь. Ты что, молитву читала? Если вниз смотришь, ты, говорят, ты тоже здороваешься. Ты намаз читаешь. Запрещено. Там на уйгурском разговаривать запрещено. Все запрещено. Я вот каждую камеру, вот каждую неделю камеру меняют. В одну камеру захожу, там одни уйгуры. А вот в этом другую камеру захожу, там одна или две казашки, а остальное все уйгуры. То есть самих Китая там не было, китаянок? Нет, нет, я не видела. Человек 20 вот тут все вот эти штабелями лежали, вот тут вот на маленьком месте. И вот тут маленький коридорчик, как они там на посту стояли, девочки. Через каждые 2 часа меняют, потому что спать негде. И вот когда я увидела этих девочек, они все, волосы распущенные были. У всех на ноге 5-килограммовые вот эти вот кандалы. Настоящие кандалы? Железные кандалы были, да? 5 килограмм. Меня одели. С 5-килограммовыми вот этими кандалами я ходила 3 месяца, 10 дней. Вот это туалет стеклянный. Mm-hmm. Вот это стеклянный туалет. Здесь двери нету. Вот это запах. По большому ходим, по маленькому ходим. Там вот здесь вода идет, вода есть, но воды много нельзя использовать. Руки не моем. Там мыться негде. Туалет идет в этом бершинде. Со шинде болғаннан кейін ол жерде кейін ауру көбейіп кетті. Ауырдық бәріміз. Жаңағы бір рет, екі рет қателік жасап қойсаң, бір қараңғы үй бар. Соған қамақ қояды 24 сағат. Енді ол жер қараңғы, есік терезесі жоқ. Тек мына подвалда болады да, тек отыра алмайсың, жата алмайсың, жерде кеңнен тік тұрасың. Это темная комната. Оттуда выходят девочки, 7 дней или выдерживают, они уже дурные оттуда выходят. Неделю один раз нам дают 2 лекарства. И мы не спрашиваем, что за лекарство, это что. Мы не имеем права спрашивать. И мы вот эту руку протягиваем. И у них там вода есть, они свою воду дают, мы пьем и рот открываем, показываем. 10 дней один раз делают уколы. А потом мы поняли, что у девочек менструация. Ни у кого нету, менструации нету. 3 раза кормят, больше ничего не дают. По 100 грамм. И то вот нижняя вот эта вот дырка есть. Оттуда с той стороны повара вот так выливают через этот. Даже, наверное, свиней так не кормят. А дежурная с этой стороны возле двери вот так, ведерочка 7-килограммовая, вот так держит, и они вот так наливают. Похлебка на муку мешает с этим, с водой, и дают на 40 человек 3,5-4 килограмма. Вот каждому по 100 грамм. Китайские власти часто называют эти лагеря лагерями перевоспитания. Я понимаю, как это кощунственно звучит, но все-таки с вами кто-то делал так называемую воспитательную работу? Показывали телевизор. С каждую пятницу 20 минут показывает или Ши Цзиньпин, или же Китай показывает, как он сейчас прославляется. А потом нам раздают вот такие бумажки, листовки. И каждый там пишет вот это... Да, спасибо партии, говорим, что нас хорошо кормит, наши хорошо одеваемся, что Китай сейчас на первом месте, в мире на первом месте. Вот такие вот все просто так пишем, что думаем, может быть, нас отпустят. Вот так вот пишем, а это по-другому писать, она черную комнату закрывает. Перед едой мы за 10 минут мы поем 5 песен. 5 песен – это вот на китайском гимн. Если мы эти песни не поем, это не громко, вот так шепотом, потихоньку мы повесим, мы не поем, там дежурная есть, а та же уйгурка тоже такая же, как мы, задержанная, которая китайский знает, и она ей там по микрофону говорит, кто не поет, пиши их имена, потом мы их будем наказывать. И вот я сидела вот в таком, в этом, это джолбарс, вот на казахском мы говорим джолбарс. Видите, вот здесь туда-сюда, вот когда нас бьют электрошоком, вот это, а вот так я не могу делать. Когда вот в этом стуле сидим,
Здесь тоже есть вот это там, ногу привязывать, вот как к рукам. Uh-huh. А вот когда ногу привяз к стульчику, еще вот эти 5-килограммовые, вот так когда висят, у меня ноги оттекли, 24 часа я в этом стульчике сидела, а там есть полицейский, 27 лет. Он мне говорит, если ты по-хорошему все равно не понимаешь, если ты сейчас роспись не поставишь, теперь по-другому буду делать. Он взял штаны, вытащил свое, приблизился ко мне. Я ему сказала, что... Я говорю, что у тебя мамы нету, сестры нету, как ты можешь вот это вот, как у тебя рука поднимается, вот так тебе делать? Он мне говорит, ты говорит, смотри, ты на человека не похожа, как ты можешь моей мамой быть, как ты можешь моей сестрой быть? Ты на зверя, говорит, похожа, ты на свою морду, говорит, посмотри, ты на кого похожа. После этого ООН они меня начали каждый раз на улицу, вот так, неделю один раз на улицу вытаскивать, допрос делать. И уже, видимо, готовили меня выпустить оттуда. Они мне сказали, вот, поставь, мы сами тебе билеты купили. То, что ты видела в этот концлагерь, если ты скажешь, ты знаешь, ты слышала, ты видела, что китайская рука очень длинная. Где бы ты ни была, мы тебя убьем. Так что ты, говорит, если ты хочешь жить, ты должна никому не говорить. Я выезжаю везде, езжу, говорю. Ладно, если я не боюсь о смерти. Вечной жизни нету. Все равно мы когда-нибудь умрем. Я смерти не боюсь. Я боюсь то, что там девочки остались, которые безвинные сидят там, вот эти вот 14 лет, 18 лет. Они живые или нет, они умерли, убили или что, не знаю. Я хочу их видеть, их голоса слышать. Если я одна умру, ладно, я не боюсь смерти. Я хочу спасти свой народ.